На конкурс дети читают стихи. Салиев Тимур, 3 года, город Владивосток. Наша елка, Елена Ильина. Посмотри дыную щелку, там увидишь нашу елку. Наша елка высока, достает до потолка. А на ней ищет игрушки, да поставки, да макушки. Кто за это и откуда к нам принес такое чудо? Это Дедушка Мороз, деткам елочку.